очередной день рождения в компании Ксан. Сегодня именинница. Да, да. Белка. Привет. Ксан. Открываем. Слушай, ну тут... Давай. Вау! Вау! Белка, вот от этого, это все мне. Сереж, Белка, я хочу сказать тебе... Пару слов. Пару слов, да. Слава, проходи. Я хочу сказать, что я надеюсь, что ты больше никуда не денешься. А какие есть варианты? Гласите. А куда можно? Тем не менее, Белка, ты знаешь, что ты человек легкий на подъем и очень импульсивно стремящийся к разного рода новым активностям. Я выражаю, да, я также выражаю надежду, что ты никуда не исчезнешь. Не исчезнешь, на самом деле, да. Но на самом деле я хочу сказать тебе большое спасибо. Я хочу тебе сказать большое спасибо два. Первое большое спасибо я хочу сказать тебе как руководитель компании. А второе большое спасибо как человеку. Потому что много раз были ситуации, когда ты очень сильно помогала мне лично. Это было очень фигово. И некому было помочь, это было единственное, кто это делал. Хорошо. Поэтому спасибо тебе, дорогая девушка. Очень тебя люблю. Днем рождения. Спасибо. Белка. Да. Желаю не отступать и не сдаваться. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Найти и перепрятаться. И перепрятаться. Белка, поздравляем. Да мне еще 8. Нет, через 2. Мне 28. Знаю, у меня просто сегодня случился этот, как его, инфаркт мозга, потому что Артемий Лебедев в своем ЖЖ написал первую, по-моему, и всех еще считал, просветляющую телегу про мышление. Белочка. А ты еще продолжаешь? Я встала. Дорогая Белочка, я тебя очень-очень люблю. И мне даже сложно как-то, вот я сейчас сижу, пытаюсь придумать что-нибудь. Я такой, что-то сказать, и так было. И даже, хорошо, что она не хоть тебе это не выкладывает, то мама читает Дашу. Уважаемая мама Даши Афанасьевна, дальше слушать можно. А теперь все дружно помахаем дальше маме Афанасьевна. Мама Даша Афанасьевна! Тем не менее, день рождения сегодня у Белки. Дашечка, продолжай, пожалуйста. Спасибо, дорогой, спасибо. Ну, в общем, ты потрясающая. И вот мне бы хотелось поднять этот бокал с горячей жидкостью за твою... за тебя как белку-женщину, которая при этом умудряется делать такие вещи, которые она делает. Которая при этом почему-то... Потому что вот не знаю, как кто, а я таких женщин больше не знаю. Спасибо. Вот таких вот прям я очень... Я могу встать? Не знаю, там столько всего. Днем рождения. Вот это можно не вырезать. Белочка, поздравляю тебя с днем рождения. И я очень рад, что... У меня появилась возможность. У меня появилась возможность поработать вместе с тобой. Вместе с тобой поработать. Это очень здорово. И я прямо смотрю и восхищаюсь атмосферой, которую ты создаешь, и как вдруг все стало складываться. Я рад, что ты с каждым годом все красивейше и красивейше. Я в тебя влюбляюсь все больше и больше. Спасибо, Костя, мне очень приятно. Костя Дзен, мой джурнал фон. Привет. Титры.